Привет, друзья, с вами компьютерный портал f1cde.ru. Предлагаем вашему вниманию обзор комплекта поставки акустической системы 2.1 MicroLab M910. Акустика поставляется в прямоугольной картонной коробке белого цвета с фирменным дизайном. Внутри коробки находится следующий набор: сабвуфер, две колонки, беспроводной пульт управления, элементы питания для пульта, оптический кабель, кабель мини-джек 3,5 мм, кабель RCA-RCA и комплект документации. Корпусы сателлитов выполнены из МДФ с глянцевым черным пластиком на лицевой панели. Размеры колонок составляют 96 на 215 на 108 мм при весе 641 и 639 грамм. На лицевой стороне каждой колонки располагаются логотип производителя, дюймовый твиттер и 3-дюймовый динамик. На задней стороне находится несъемный шнур для подключения к сабвуферу. Опоры колонок состоят из двух мягких ножек и пластиковой рамки, составляющие единое целое с лицевой панелью. Сабвуфер заключен в корпус из черного МДФ с лицевой панелью из смеси глянцевого и матового пластика. Размеры сабвуфера составляют 190 на 268 на 378 мм, и это при весе 4 кг 416 грамм. На лицевой стороне сабвуфера имеется индикаторный экран, регулятор громкости, одновременно переключающий активный вход при нажатии, кнопка выключения звука, регулятор низких частот и регулятор высоких частот. На правом боку сабвуфера находится круглая тканевая крышка, под которой скрывается бас-динамик диаметром 6,5 дюймов. На задней стороне расположились отверстия фазы инвертора, оптический вход, аудио-вход RCA, вход 3,5 мм мини-джек для подключения источника звука, два RCA-коннектора для подключения колонок, несъемный кабель питания и переключатель питания. На дне 4 пластиковые ножки. Пульт дистанционного управления крайне компактный. Его размеры всего 90 на 40 на 10 мм, а вес 25 грамм с комплектной батарейкой. Кроме дублирования элементов управления на сабвуфере, в сабвуфере пульт позволяет еще переключать активный вход. Мощность MicroLab M910 составляет 45 Вт RMS, а диапазон частот от 50 Гц до 20 кГц. Обзор акустических систем и последние новости по теме читайте на компьютерном портале f1cd.ru в разделе «Звук».